А вы ничего не говорили? Ничего не говорили. Я сейчас позвонил в земельный комитет, сейчас пытаюсь за Александр Рубль приедет. Расчетник строительства есть. Но вы же не можете не знать, что тут строится. А нам это вообще не интересно. Это вот там решают там все. А здесь же был уже снесен ларек, а вы заново опять что-то строите. Сейчас будет привезут цемент. Проводятся работы по демонтажу торгового павильона. В связи с тем, что истек срок аренды земельного участка, администрация в ноябре 2015 года обратилась в арбитражный суд Саратовской области. В результате достаточно затяжного судебного процесса администрация получила положительное судебное решение. В настоящее время мы видим, что владельцем объекта производится его демонтаж. Хочу отметить, что привокзальная площадь является визитной карточкой города Саратова, и ей уделяется особое внимание по ее благоустройству. Вот. На протяжении порядка 5 лет с привокзальной площади демонтировано порядка 16 нестационарных торговых объектов. Все по решению суда. И как вот вы оцените то, что здесь мы сносим, а вот там чуть подальше, на месте уже снесенного ЛРК, строится новый объект? Будет проводиться проверка законности его постройки. В ближайшее время в районе привокзальной площади по истечении сроков действия договоров аренды земельных участков будут приниматься соответствующие. Ну, а тут уже известно, где текать по договору. А я добыл. Сейчас дождь.